куриное мясо, жареные грибочки, твердый сыр, корейская морковка, маслины, майонез и зелень укропа. Куриные бедрышки я отварила заранее, сняла кожицу и удалила кости. Готовое мясо режу маленькими кусочками. Корейскую морковку немножко оставлю для украшения, остальное порежу. Твердый сыр разделю на две части. Большую часть натру на крупную терку, а меньшую на мелкую для украшения. В миске соединяю все ингредиенты – куриное мясо, жареные грибы, корейскую морковку и сыр. Солим и перчим по желанию. Заправляем майонезом, перемешиваем. На плоское блюдо выкладываем салат. Формируем ежиком. Носик посыпаем сыром. Туловище выкладываем морковкой. Чтобы сделать колючки, маслины нарезаем лепесточками. Глаза и носик для ежика делаем тоже из маслин. Зелень укропа мелко порубим и сделаем нашему ежику травку. Ну вот, наш красивый салат готов. Спасибо за просмотр. Приятного аппетита!